седьмое место, самый лучший результат, но 43 очка было тогда. Сейчас 46 очков, как бы повысили планку. В следующем сезоне нужно нам по силам, так скажем, залезть как можно выше. Можно сказать, что каждый по-своему довольно-таки неплохо спрогрессировал, добавили в скорости атаки. По началу сезона было тяжело, привыкали к РПЛ, а потом наладили игру, поняли, что все такие же, и начали побеждать и набирать свои очки.